Между тем, Шымкентский завод по выпуску ПВХ-профиля конкурирует с импортной продукцией. Это один из проектов программы индустриально-инновационного развития. Год назад предприятие открыло для себя новые рынки. Им заинтересовались крупные инвесторы из Турции. Продукция завода выдерживает знойную жару и не боится 40-градусных морозов. Сейчас на заводе заработал дополнительный цех по выпуску армирующих профилей. И если раньше выпускали до 7 тысяч тонн подоконников и профилей для пластиковых окон, теперь объемы увеличат в 2 раза. Это нам даст оптимизировать цену, при этом не ухудшая качество нашей продукции. Наша продукция стала более доступнее и увеличили ассортимент продукции.